Символично, что именно сегодня, в день Светлой Пасхи, главный православный храм города возвращается одна из сакральных святынь нашей Беларуси. Это воссозданный на престольный крест Туровской епархии. Вы знаете, мне как президенту повезло. И крест Ефросинии Волоцкой в бытность моего президентства, и на престольный крест Туровский в этот период были воссозданы и возвращены нашему народу. Этот крест был утрачен во время землетрясения в XIII веке, когда стихия разрушила православный собор. Но добро и свет всегда возвращаются к людям, даже через века. Этот храм появился здесь относительно недавно, уже в историю нынешнюю, новейшую, независимой Беларуси. А сейчас свое почетное место займет и Туровский крест. Работа над этим шедевром шла долгих 3 года. В рождественские дни, вручая премию за духовное возрождение, в том числе и авторам восстановленной святыни, я говорил: жизнь такая коротка. Так давайте не тратить ее на пустословие и разрушение. Позвольте мне преподнести этому храму то, что по праву ему принадлежало. Христос воскресе! Аминь!